Добрый вечер. Мы представляем проект GitApps. Это полноценная платформа, которая включает в себя биткоин-ноду, кошелек для управления деньгами, финансовые сервисы для клиентов. Это ввод, вывод, конвертация и так далее. И сервисы для приема платежей, то есть для мерчантов. Но вы спросите, почему, что нового? То есть таких сервисов уже более 90 было указано. Так вот, новое в том, что это полный контроль над деньгами клиента. И сам клиент управляет своими биткоинами, вне зависимости от провайдеров и полноценной двухфакторной аутентификации. Так, я продолжу. Проблема следующая у нас с биткоином, то что блокчейн растет, пользоваться им становится не очень удобно, поэтому локальные кошельки все от них отказываются, используются онлайн-кошельки. Онлайн-кошельки имеют свои недостатки, тут приходится мириться либо с безопасностью повышенной, либо с простотой использования. Мы предлагаем новую технологию, которая позволит хранить непосредственно сам кошелек, непосредственно в самом блокчейне, что позволит добиться независимости от провайдера биткоин-услуг, блокчейн-услуг. То есть как бы блокчейн-услуги – это новая тенденция, которая будет в ближайшем будущем, потому что локально на одном компьютере будет невозможно содержать всю эту базу данных, и в любом случае придется использовать какие-то сторонние сервисы. Хранение непосредственно в блокчейне самого кошелька позволит не зависеть от каких-либо конкретных сервисов. Как яркий пример, блокчейн инфо, к примеру, которым многие пользуются, на сутки сломался, ты не можешь потратить свои деньги, ты полностью зависишь от него. Другие сервисы, они, предположим, контролируют твои деньги, соответственно, это тоже никому не нравится. В нашем случае поставщик блокчейн-услуг может быть различен, и так как сам кошелек хранится непосредственно в блокчейне, он в любом случае, в любой ситуации может оттуда быть извлечен и использован в дальнейшем.